Друзья, всем большой тигриный привет из парка Львов Тайга. И в этом ролике, как вы уже догадались, полюбуемся на полосатых красавцев тайгана. Не всех, конечно, потому что здесь их несколько десятков, но на нескольких, которые находятся на главной экспозиции, полюбуемся. Вот, друзья, такие у них здесь вольеры большие, с травой, с деревьями, с бассейнами. И тигры себя чувствуют неплохо, хорошо размножаются. Вот сосед Раджи, красавчик. Посматривает так, такие бакенбарды у него солидные. Сейчас жарко, и тигры не такие плотные, какими мы их привыкли видеть, потому что жару... Ну, в жару, в принципе, все не особо-то вес набирают. Вот, друзья, полюбовались мы им и пошел в тенек. Вот такие вот красавчики. А это парочка. Белый тигренок, самец и тигрица. А вот, друзья, тигры большие любители водички. Они любят поплескаться и... Конечно же, в такую жару, вот мы с вами видим, он буквально обнял эту большую чашу с водой и готов так в обнимочку с ней и лежать. Некоторые любят прямо усесться в эту бадью с водой, и тогда киперам дополнительная работенка быстренько менять воду. Вот. Раз. Ну и поиграть, конечно же. Особенно для молодых, игривых тигров. Это милое дело, поиграть с бадьей. Селищ-то у них много. Они даже молоденькие, обладают огромной силой. И поэтому такой большой чан с водой для них одной лапой передвинуть, а то и опрокинуть, ничего не составит, как говорится, никакого труда. Вот этот наш красавчик обзавелся подружкой первой из всех тигрят, которые прибыли в парк Львов Тайган, и уже чувствует себя здесь королем. Вольер у него, все. Вот, а это уже более старшее поколение тигров. Красавчики такие. И вот наш главный красавчик ходит. Раджа посматривает на своих соседей. У него тут практически все соседи теперь тигры. Вот, друзья, это кто у нас? А это Султанчик. Он здесь тоже недалеко от своего брата Раджи. Вот, у него в вольере вообще полно зелени, как в джунглях. Что ж, друзья, надеюсь, вам было интересно. Всем мира и добра. Пока-пока. Это что-то невероятное.